братца, скажи, да всю правду доложи. Я ли на свете всех милее, всех румяней и белее? Привет, куколка! Чем занимаешься? Слышу, сходишь с ума тут от одиночества. Ой, подруга, как вовремя ты пришла ко мне. Со мной случилось такое. Что? Говори, не тяни. Я собираюсь на свидание с самим Битником. Круто! А ты его сама пригласила? Ты что? Конечно, он сам мне предложил встретиться. И теперь мне надо срочно собираться. Первое, мне надо вымыть и уложить волосы. Второе, выщипать и нарисовать новые брови. Так, принять ванную, полежать с маской хотя бы 20-30 минут. Нанести свежий макияж на лицо. Сделать гламурный маникюр. Еще и цвет лака надо подобрать к платью, к цвету помады. Подобрать модную бижутерию. Нужно продумать наряд, все скомплектовать сумкой, туфлями. И все должно совпадать по ситуации, цвету, стилю, настроению, погоде. Ужас! А мне нечего надеть. У меня нет нового выходного платья. Как так нет? Ты же только вчера купила новое платье. Да, я купила его. Но только чтобы купить его, а не носить. Жесть, стопы. Еще надо настроиться на правильную волну и быть в хорошем настроении. О, ужас! Обидник пишет, давай встретимся через полчаса. Обалдел, что ли? Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и пишите комментарий, какого героя вы хотели бы увидеть в следующем видео. Еще более 20 серий ожидают вас в скором времени, поэтому если вы ждете продолжения и не хотите пропускать новинки моего канала, то обязательно подписывайтесь на него. Также активируйте колокольчик и переходите на другие видео и рубрики моего канала. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока!